Листком, это надо, это уши надо листком затыкать. Это такая хитрость, да, еще, да? Хорошо. Как нам пойдет работать? Всем лицо закрывать. Да. Пойдешь, не пойдет нам, того это вениками вот так закрывают, да? Понятно. Хорошо. Вот. Вон оно что. Вот это я не знал, что можно домиком. Так, дальше. Дальше что он делает? Я понял, дальше что он делать будет сейчас? Вот. Теперь он начинает парить. То есть закрыл листочками уши, домиком поставил веники. На ногах под ногами веники. Там валик обычно ложится. А, то есть валик нужно под ноги положить или веник. А это для чего? А для того, чтобы ноги расслаблены были, потому что физиологически ноги должны иметь опоры. Ноги должны иметь опоры, да? Теперь он что делает? Опахивает. А, то есть это он парит. Понятно. Это опахивание. Понятно. Здесь опахивание, обмахивание. Это 11-30. Протрите, пожалуйста, протирайте, если можно. Сергей, протри, а. Хотя ладно тут.